Чарговы выпуск адбыўся на ваенным факультэце Гродзенскага універсітэта імя Янкі Купалы падчас урачыстай цырымоніі. 27 выпускнікоў атрымалі дыпломы аб вышэйшай адукацыі і званне лейтэнант. Цырымонія прайшла адкрыта па-за сценамі Альма-Матэр на плошчы Леніна. Новаспечаныя лейтэнанты прынялі кодэкс гонару афіцэра і далі клятву служыць Рэспубліцы Беларусь. Потым адбыўся парад курсантаў і пляц-канцэрт. Важна, што выпуск ваеннага факультэта прайшоў у памятны для ўсёй краіны дзень. Я считаю, что это очень символично, что выпуск лейтенантов, офицеров, элиты вооруженных сил проходит именно в этот день, ведь это день начала Великой Отечественной войны, когда мужчины Советского Союза стали на защиту своей Родины, в том числе и офицеры тогдашней армии. Очень символично, что выпуск офицеров проходит именно сейчас. Это мы, как продолжение всех ратных традиций, вооруженных сил и других воинских формирований в защите своей Родины. Офицером была цель стать с детства, 6 лет. Я еще на камерах родителей сказал, что я хочу быть офицером. Почему именно военное дело? Наверное, патриотическому воспитанию родителей, близких на военных фильмах. Почему именно эту специальность, этого обеспечения войск продовольствием? Потому что военнослужащий должен быть всегда накормлен. Потому что если военнослужащий не будет накормлен, он не будет боеспособен. Есть очень хорошая, без тыла нет победы. Гэта ўжо 9 выпуск ваеннага факультэта. Прыкметна, што з 27 лейтэнантаў 12, як лепшыя курсанты, атрымалі граматы і падзячныя лісты. Пасля выпуску ўсіх афіцэраў чакае першы адпачынак, а потым былыя студэнты і сённяшнія лейтэнанты накіруюцца ў воінскія часці па ўсёй Беларусі. За іх плечамі 4 года абучэння. В это время они осваивали военную науку, получали знания, формировали умения, навыки, необходимые им для профессиональной деятельности. Они научились преодолевать трудности, управлять собой, подчиненными, что необходимо каждому настоящему офицеру.